Пирог со сливами и персиками. Для теста яйца смешиваем с сахаром. Добавляем сметану и растопленное сливочное масло. Затем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Форму смазываем маслом и распределяем тесто, оставив часть для украшения. Далее раскладываем нарезанные персики и сливы. Из оставшегося теста делаем сеточку при помощи кондитерского мешка и убираем пирог в духовку. Пирог готов. Всем приятного аппетита, ваша Катерина!